Итак, всем привет, с вами снова я, Зазепа. Мы продолжаем отстраивать наш город в City Skylines. Так, на чем я остановился в прошлой серии, уже не записывал пару дней. Я так понимаю, нехватка у нас жилыми зонами, недостаточно рабочих. Так, посмотрим. Посмотрим. Ну, рабочие, по идее, здесь в скором времени должны заселиться, и все должно хватать у нас. Так, что по воде у нас? По воде у нас все отлично. Я так сегодня ехал домой, подумал. Подумал, что неплохо было бы отстроить дороги с односторонним движением, чтобы, допустим, было не по 3 полосы с каждой стороны, а сразу 6. Это значительно бы снизило трафик, то есть таких пробок уже не было бы. Поэтому я сейчас посмотрю. Так, водопровод еще нормально у нас, на нормальном уровне. Посмотрим, что с пробками. Фух. Хотя посмотреть, как дороги все-таки делать эти. По-моему, page up, page down. А, подвисло что-то все, непонятно. Посмотрим, page up. Что-то не работает оно на стрелочке. Стрелочки тоже. Походу, неправильно подсказки как написали. Не знаю, плюсик, минусик. Нет, не то. А с контролом? Нет, тоже не работает. Ладно. Фиг с этими мостами. Болезненная тема. Подумал, может, ветрачок тоже сюда перенести. Хотя мосты вроде так сочленять нельзя. Так, у нас неплохой такой портик образовался. Пускай работают. И, кстати, наверное, мне нужно как-то больше деловых зон отстраивать. Да, этим я сейчас и займусь. Место уже занято. Ладно, мы сюда протянем. Проблем-то. Как-то вот так. И вот сюда. Поставим здесь деловые зоны. Пускай здесь живут деловые колбасы, как говорится, да? Так, и где-то моя любимая. Так, нет, не раскрасочка. Так, стоп. А, наверное, вот это. Вот так вот. И вот так вот. Отлично. Так, с водой поэкспериментируем сюда, проведем. Замечательно. Так, у нас здесь еще никто не хочет отстраиваться. В принципе, должны же здесь быть жилые зоны. Посмотрим, кстати, по ценности земли. Как-то посмотреть, надо вспомнить еще. Ага, вот так вот, значит, да? Ну ничего, сейчас исправим. Сейчас сразу поставим здесь парк какой-нибудь. Пускай народ едет, заселяется. Так, я смотрю, здесь у нас как-то вообще бесценно. Бесценная земля у нас находится. Проведем здесь дорожку такую небольшую. Ну, просто там парк сделаем какой-нибудь. Так, теперь парк сюда ставим. Чтоб не возмущались. Так, смотрим на цены земли. Должна повыситься. Ну да, умеренный уровень. Отлично. Так, где-нибудь еще нужно ставить? Ну, здесь поставим. Здесь поставим. Парк такой хороший. Так, ну тут вообще без проблем у нас. Народ заселяется. Поставим вот тут вот. Чтобы было, да? И где-нибудь на выезде. Чтобы вот эти хотя бы позеленели, что ли, или как. Чё-то они не зеленеют. Ну ладно. Хорошо, прекрасно. Вот так вот. Ценность земли у нас будет высокая. Так, вот так вот. Парковую зону сделаем. Замечательно. Так, ну здесь мы уже навряд ли что-то сделаем, поэтому придется, наверное,
можно дорогу здесь вести. Так, нехватка промышленных зон. Может, мне время увеличить, пускай отстроится как-нибудь. Так, а что это народ убывает? А, это, наверное, потому что там пару домов снес. Ну. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Так, с электричеством. С электричеством проблем у нас нету. Можно будет потом как-нибудь на досуге атомную поставить. Вот с водой надо что-то решать у нас уже. И что у нас с медициной? Болеет здесь человек один. Поставим мох сразу, сжигательный такой. Хай будет. Так. Так, где у нас нехватка морков? Я думаю, здесь где-нибудь на отшибе можно поставить его. Я ведь прав? Так, 25 косарей, недостаточно денег. Да, не вопрос, сейчас накопим. Ну-кась. 25 косарей. Замечательно, все. Так, вот здесь им не нравится, потому что здесь валки у нас находятся. Может, просто сюда что-нибудь сжигательное поставить. Переместить здание. Блин, сколько же у нас здесь валок. Боже мой. Так, ну давайте, переместим их уже. Чтобы были нормальные дороги у нас тут. И можно будет их соединить. Место уже занято. А вот так не занято. И сразу здесь зону поставим. Знаете, какую? Какую-какую? Здесь мы поставим такую зону. Здесь мы поставим... А хай пару магазинов здесь стоит. Что ли? Хай отгораживает весь этот заводской беспорядок. Вот здесь вот соединим. Извини меня, деловая колбаса. Не сегодня. Так, ладно, продлим дорогу. Ну, чтобы ровненько было все это дело. Такие приуныли, да? Так, жилую, жилую, жилую. Так, водичку, водичку, водичку. Так. Водичку ведем сюда. И водичку ведем сюда. Замечательно. Так, по свалкам. Что-нибудь там надо переносить, я не знаю. Так, у этих пацанов скопился мусор. Ну что ж я могу поделать? Что ж я могу поделать? Надо сжигательных побольше ставить. Они что же вывозят, по идее, сразу туда? Ну да, сразу туда и вывозят. Наверное, зря я столько свалок настроил. Надо будет, наверное, посносить их. Ладно, хай пока стоят, я поставлю потом сжигательные заводы. Побольше так. Так, стоимость земли. Ну, кстати, относительно хорошая стоимость земли здесь. Прошу заметить. Можно даже, чтобы не печалились, еще вам пах один поставишь, вообще там позеленели. Ну-кась. Посмотрим сейчас. Так вот. Не знаю, где-нибудь здесь на ошибе тоже поставим пах. Чтобы был. Все. Никого вопросов нету больше, надеюсь. Так, у нас здесь никто не хочет работать. Поставим возле ЖД где-нибудь посерединке. Так, о, у нас уже мегаполис. Мегаполис — это хорошо. Сейчас народ у вас здесь будет жить. Никаких вообще проблем. Так, дорогу мы вообще отсюда ведем. Вот так вот. И вот сюда соединяем все это дело. И поставим здесь у нас... Ну, тоже, может, пускай жилые зоны будут. Так, жилая зона. И
Пускай магазины будут. Так, трубень. Трубень ведем сюда. Ну, соединим так для красоты уже. Пущей. Так, я хотел с водой разобраться. Так, нашу речку говнянку надо сюда как-нибудь соединить. Вот так вот. Не, не вот так вот. Это мы нафиг снесем. Да, снести. Поставить, пускай качает. Подключаем все это дело. Ну, как-то вот так, я не знаю. Отлично. Теперь ни с канализациями, ни с чем у нас проблем не должно быть. Конечно, было бы хорошо еще одну поставить, чтобы качало. Да. Чтоб качало. Так, стоимость земли, стоимость земли. Стоимость земли в пределах нормы. Так, объездную поставлю. Место уже занято. Так что ли сделать? Надо этот ветрачок отсюда снести, наверное, уже. Хотя... Хотя не, ветрачок здесь нужен. Ой, как нужен. Тогда сделаем... Ну ладно, хай в сторону идет уже. Как-то вот так. И вот так. Замечательно. Ставим здесь тоже жилые зоны. Магазинов у нас, в принципе, хватает. Вот как-то так. И вот как-то так. Пускай работает, народ. Зря я вот так сделал. Мост. Надо будет его как-нибудь вот так вот перерабить. Да, новые территории для меня открыты теперь. Я даже не знаю где. Пускай здесь будет. Да, огромнейшая просто территория здесь. Ничего не скажешь. Как говорится, строй не хочу, да? Так, по-моему, нам стали доступны... Так, мусоросжигатель здесь поставим, чтобы был. Помойки вообще нафиг все эти надо посносить. Так вот. То народ болеет. Когда народ болеет, это нехорошо. Так. Нет, не так. Не, стоп. Так, ладно, бульдозер. И ставим сжигатель. Сразу сжигатель сюда. Ну, ребят, ну, сжигатель, это ж получше, чем просто помойка. Вы согласны со мной? Или как?
Так, закрывайте свои халупы там. Не хватает рабочих. Да вон же отстраиваться. Сколько зон я вам тут настроил уже. А вы все, не хотите со мной дружить. Так, ну, нормально. Вода есть. Все есть. Жить можно. Так вот это что-то меня бесит уже. Ага. Так, природные ресурсы. Опять же, здесь хорошо леса добывать. А здесь, кстати, можно что-нибудь нефтедобывающее поставить. Так, а голубая это что? Это руда, да? Ну, у нас тут достаточно объемная территория. Так, чего вы закрываетесь? Мне непонятно. Ну ничего, другие приедут, другие заселятся. Так, я думаю, может мне налог понизить как-нибудь, чтобы народ прибывал сюда. Так, бюджет. Кредиты. Мне кредиты не нужны. Да и так 11%. Не, до 10 давай. Так, на жилье 10%. Сейчас посмотрим, как бюджет наш поведет себя. Так, 22 косаря, 21. А вот так? Ладно, придется вернуть, как было. А то, походу, не справляемся. Закрываются из-за нехватки рабочих. Так рабочие сами сюда не приезжают. Что я могу поделать? Может, наоборот, стоимость земли какая-то слишком у меня высокая. Да народ не хочет ехать. Так, что у нас с образованием? Нормально, нормально, нормально. Так, вот так вот. Я просто понять не могу даже. Как говорится, заселяйся, не хочу. Я не знаю, надо где-нибудь пожарочку еще, кстати, впихнуть. Так, где у нас пожарки нету? Чтобы они не могли доехать. Здесь у нас пожарки нету. Поставим пожарку здесь. Хай будет. Так, вот это срочно очищаем. Так, кому-то там катастрофически воды не хватает. Так. Еще вам не хватает, да? Ну, пейте, пейте, мои маленькие. Все, вода есть. Территория нормальная. Стоимость земли... Ну, блин. Я столько жилых зон, почему они не строятся, непонятно. Здесь у нас народ вообще болеет. Так, давайте все это дело очищать.
Сразу дорогу, наверное, тут проведу, чтобы быстрее очищалось. Чтобы не ехали через весь город. Вот так вот. И вот так вот. Еще жилых зон вам поставлю. Только заселяйтесь, только живите. Боже мой. Отсюда дорогу поведу вам еще. Так вот дорогу. Вот вам. Так, ну рядом с помойкой не буду пока. Магазинчик сюда поставлю. Хай магазины тоже будут. Поставлю деловые колбасы, чтобы были. Поставлю пахти сюда сразу же. Не знаю, ну как-нибудь вот, вот так вот. Так, вот сюда помойку эту сносим. Ставим сжигательный завод. Ну, с вас там хватит сжигательного одного завода. Фу, так, ладно, поставим посреди деловых зон. Так, что вам надо? Горожане болеют. Да все в порядке, вроде с здравоохранением у меня. У вас тут что, тоже эпидемия какая-то, гриппа, да? Свиного. Да, пожалуйста, лечитесь. Так, снесем вот это здание. Так, сколько оно еще будет очищаться? 25% заполненность. 30%. Это долго еще будет. Так, трафик. Что у нас с трафиком? Первое дело, я хотел его разрешить. Ну, когда свалки эти перенесу, наверное, сразу так дорогу и поставлю тут. Так, вот здесь у нас жестко. Вроде, казалось бы, дорога с односторонним движением. Чё оно так? Чего они так? Почему оно так? Давайте так сделаем. Хай разъезжаются. Так, водичку сюда пустим. Ну, на здоровье. Так, теперь что с трафиком? Да, меньше он не стал. Что же делать, а? Куда бы его здесь впихнуть? В прямом смысле этого слова. Так, а вот это что такое? Ай, хай будет. Так, свали. Вот так вот. Все это дело делаем.
эти дороги сюда сделаем. Так, ну. Вот так вот. А здесь вот. Вот так вот. Замечательно. Что это такое у меня получилось? Ой. Как-то так. Так, тему перенесем от Седова до Седова. А здесь мы дорогу поставим. Ну, как-то так это и работает, да? Как-то так. Не знаю, ну, развязка, пускай она будет. Посмотрим. Жесть. Может, конечно, вот так сделать. Хай разъезжаются. Как им надо. Чувство нагородило здесь. Так, у вас там шум мешает, да? Без проблем. Сейчас решим. Сейчас мы вас уровень шума решим. Сделаем здесь, пожалуй, пару лальков. Хальков-лальков. Так, что у нас со здравоохранением? Здравоохранение у нас в норме. Поставим здесь больничку, что ли? Хай будет. Хай работает. Водичку сюда сразу проведем. Сразу же. Так, вот так вот водичку нам. Сюда водичку, пожалуйста, подайте. Так, электричество. Электричество нормально. Ну, вот этих явно что-то не устраивает. Поэтому берем. А ты здесь что делаешь? Жилой дом. Чё тебе уровень шума не устраивает? Все ж нормально было. Нормально же общались. Эти домики уж по центру здесь не строились уже. По-моему, стоят здесь магазинчики. А то ж, знаю я вас, уровень шума замучает. Я не понял. А что-то вы тут построились? Вас сюда не звали. Все. Но проблему. Нету человека, нет проблемы. Так. Что у нас по трафику там? Где там? Нет, это природные зоны. Вот, трафик. Ну... Что получилось, то получилось. Так, а что вы здесь останавливаетесь, если вы поворачивать не хотите? Из-за склончика такого, что ли? О, да. О, да. Оу, е! Оу, е! Так, кольцевая наша вообще там одна машина ездит, две максимум. Ну, это их проблема, да?
Так, вот здесь у нас что-то непонятное. Ща устроим. Сейчас все будет. Только не переживайте. Так, ладно, нормально. Зоны. А пускай магазинные будут, действительно. Так, водичку вам пустим здесь. Как-то так. Нормально? Нормально. Никто не жалуется. Ну, отлично. Так, что теперь с пробками? Ну, должны порассосаться немного. Странно, что со свалки так, но они просто в город едут. Но здесь вообще по-черному, по-жесткому. Тут явно либо еще один мост ставить, либо... Так, давай-ка ветрачок от Седова вот сюда вот. Вот так вот здесь разгрузили мы. Ну, теперь вот этот ветрачок куда-нибудь подальше. Вот сюда его, да? Так, ставим здесь еще одну дорогу. Еще один мост, вернее сказать. Так, теперь тебя убираем отсюда. Ну, крутись здесь. Все, вот так вот. Вот вам мост еще один. Езжайте. На здоровье. А что тут такое? Что с водой творится не так? Так, ну, здесь кто-нибудь поедет? Никого. Странно. Ну, как хотите. Так, ну-ка, взглянем. Взглядом профессионала. Ну, давайте, рассасывайтесь, сюда тоже езжайте. Что, никому не надо, что ли, на тот берег? Вот какие пробища. Проезд вам сделал целый хороший такой. Даже так сделаю. Так, ну, нормально. Так, что теперь с пробками? Ну, не хотят народ ехать. Видят дорогу, но не видят. Видят, но не видят. Так, я сюда что, воду не провел разве вам? Какой я плохой. А народ сидит, страдает тут и молчит. И жалуется. Сюда водички. Сюда водички срочно. Все. Вода есть, предприятия открываются. Или жилые зоны, что у нас тут? У нас уже жилые зоны. Все. Все есть, все нормально. Но проблему. Ну да, уровень шума. А чем можно снизить, кстати, уровень шума? Парками, что ли? Блин, у нас здесь и так огромное количество парков всяких, всевозможных. А! Вспомнил. Ребят, спасибо, что напомнили. Вот так вот. Замечательно. Ну, какой-нибудь небольшой здесь поставим. Я сказал небольшой. Ну, даже можно вот так вот. Отлично. Вот так вот. Хай земелюшка дорожает. Так, вот эти вот заводики. Тоже чтоб было. Я смотрю, здесь земля у вас дешевая, да, какая-то? Во. А вам что надо? Болеете? Я ж вам тут больничку поставил. Что ж вы лечиться не ходите? Так, с мусорками. Кто-нибудь там разгрузился уже, нет? Что тебе надо? Низкая ценность земли?
Ты серьезно? Ты, блин, мать твою, серьезно? Так, давайте поставим статую свободы. Только надо где-нибудь на берегу ставить. Хотя... Давайте поставим где-нибудь рядом в село Новоселкино. Так, статуя свободы. Так, что у нас еще есть прикольного? Символ промышленности. Ну, это по-любому в промышленной зоне надо где-то ставить его. Вот так вот. Что? Так, ладно. Что еще хотел? Так, вот эту фигню надо поставить сюда, наверное, где-то. Это что такое? Ладно, неважно. Страсти к шопингу. Адронного коллайдера. Давайте сюда поставим. Что у нас тут? Что там башня транспорта делает? Космического лифта. Вау. У нас пока на нее денег не хватает. Ну и фиг с ним. Так, налоговую поставим обязательно. А здесь что у нас? Ебо море склеп. Давайте аквариум здесь поставим какой-нибудь. Такой нормальный, чтобы был. Так, ладно, посмотрим по постройкам, чем мы там можем еще отбабахать. Вау, давайте аэропорт тоже поставим. На боровой как. Так, это уже не интересно. Вот аэропорт нужен. 150 косарей. Ну, в принципе, накопить можно. Накопить можно. Так, ну, время идет. Народ что-то не застраивается особо. Блин, столько территорий, столько места. Чего вы не строитесь? Почему? Здесь вообще по-хорошему можно поставить какие-нибудь заводы. Дереводобывающие. Но я не хочу пока этого делать. Скопился мусор, горожане болеют. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Так, статуи свободы, нету электричества. Так стройте быстрее дома. То сейчас ветрачок я поставлю тут. Хай пашет. Потом снесу его, наверное. Боже, храни Америку. Так. Ладно, знаете что? Наверное, эту серию завершу сейчас. Так, сказал. Так, нормально. Так что... Подписываемся на канал, ставим лайки. С вами был Зазепа. Всего хорошего. Удачи и пока.